Оренбургским водителям выдают госномера Республики Крым. На наших глазах сегодня нескольким владельцам авто в госавтоинспекции вручили регистрационные знаки 82-го региона. Автолюбители были слегка обескуражены, но брали новые номера без лишних вопросов. Куда подевались регистрационные знаки с привычными цифрами 56? От комментариев ГИБДД наотрез отказываются, предлагая направлять письменный запрос. По неофициальной информации, кроме крымских, в Оренбурге выдают и номера Саратовской области. Связано это с тем, что знаки с кодом 56 закончились, и чтобы не возникало перебоев с оформлением машин, нашей области выдали номера других регионов. Законом это не запрещается.